Президент Петр Порошенко назвал ложью утверждение Министерства обороны России о том, что украинский штурмовик Су-25 мог лететь рядом с малазийским Боингом. Порошенко заявил, что у Киева есть свидетельства, дающие ответ на вопросы об обстоятельствах гибели пассажирского самолета в небе над Донбассом. Были совершены три преступления. Первое – это террористическая атака, осуществленная из российского оружия российскими террористами и российскими наемниками. Второе преступление – это то, как террористы обращаются с телами погибших. Третье – это то, что они уничтожают улики. Это совершенно неприемлемо. Я уверен, что сейчас мир разделен на два лагеря. На одной стороне весь мир, который осуждает террористов, на другой стороне сами террористы. И все сейчас должны решить, к какому лагерю они относят себя.